Казахстане предлагают создать независимый контролирующий орган по проверкам аудиторских компаний. Минфин и Национальный банк готовят поправки в закон. Отметим, сегодня к вопросам корпоративного управления более жесткие требования предъявляются лишь крупному квазигосударственному сектору. Свои требования к финансовым организациям имеет Нацбанк и Казахстанская фондовая биржа. Закрытыми же по-прежнему остаются многочисленные компании и акционерные общества. В министерстве считают, что сегодня назрела необходимость привести все это в единую систему, которая бы усилила контроль над аудиторской и бухгалтерской деятельностью. Это, в свою очередь, позволит достичь прозрачности и улучшения инвестиционной привлекательности нашей страны. Казахстанской фондовой бирже нужны хорошие компании. А что значит хорошая компания? Хорошая компания – это прозрачная компания, которая дает не только, скажем, показывает, а у нас через сайт информация, вся финансовая, скажем, информация о любой компании, она открыта. Есть понятие еще годовой отчет. То есть это мировой такой тренд, которому мы тоже должны соответствовать, поэтому мы тоже рассматриваем эти вопросы. Мы тоже хотим некоторые, скажем, вопросы, касаемые, скажем, социальной, экологической и других тем, тоже включить в отчет. Иностранные инвесторы, они хотят видеть общую картину, более полную.